Приветствую всех, Уфа на связи. Кто-то из подписчиков попросил меня замерить на прадике 120 напряжение в позиции коробки передач Drive. Давайте попробуем, пока я не забыл, и у меня в работе прадик, мы это попробуем и сделать. Аккумулятор достаточно неплохо себя чувствует, подзаряжен нормально. Давайте заведемся и посмотрим. Так, 14,2 вольта, это у нас работа на холостом ходе. Давайте подкинем нагрузку, включим фары. Так, сейчас у меня ближний свет. Дальний 14,2, обогрев заднего стекла. То есть, в принципе, просадки нету, 14,2 вольта генератор стабильно выдает. То есть, как можно видеть, при нагрузке генератор нормально справляется, 14,2 вольта выдает. Сейчас переключу на драйв. Так, вот у нас позиция драйв, ближний свет включен, смотрим. Тринадцать и девять, тринадцать и шесть, небольшая просадка, да, идет действительно, но это, видимо, связано с тем, что у меня на драйве просели обороты, но в принципе это напряжение в рамках допуска. Еще раз повторюсь, позиция драйв. Включен обогрев заднего стекла, давайте выключим. Так, вот 14-15, давайте выключим фары. 14-17, итак, включаем ближний свет. Пошел небольшой заброс. Включаю обогрев заднего стекла. Да, потребление большое на обогреве заднего стекла. На драйве, как можно видеть, просадка по напряжению идет. Так, ну-ка, паркинг поставим. Да, поставили паркинг, обороты чуть-чуть у нас возросли. И напряжение в районе 14 вольт. Еще раз ставлю драйв. Все, позиция драйв. И включен обогрев заднего стекла. Все, выключаю обогрев. Оставляю только ближний свет, основные потребители. Но 14 вольт он выдает. В принципе, это нормально. В общем, я надеюсь, информация для кого-то была полезная. Автомобиль глушу. Всем счастливо, всем удачи, друзья.